Закончил Щукинское театральное училище, мастерская Ю.П. Любимова и Московскую академию конторского искусства. С 1993 год. Работает в театре на Таганке. Лауреат международных театральных фестивалей. Москва, Киев, Киль, Германия. С 2001 по 2010 годы. Режиссер-педагог театра-студии Московского гуманитарного университета. Поставил спектакли по пьесам Шекспира, Ромео и Джульетта, Гамлет, А. Вампилова, Прощание в июне, 20 минут с ангелом, Рассказом Тэффи, авторский мюзикл, Золотой ключ, педагог актерского мастерства и режиссуры в Московском университете культуры и искусства, доцент, в 2012 году. В рамках творческой мастерской театра на Таганке создал лабораторию «Система Грановского». Проводит мастер-классы по системе Грановского Михаэлса. Участник театральных проектов Международной Чеховской лаборатории. «Вишневый сад», «Фирес», «Три сестры», «Чебутыкин», «Реш», «В», «Гульченко». Участник мюзикла «Остров сокровищ», «Компания», «Триумф», «Сквайр Трелони». Участник международных театральных и музыкальных фестивалей Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, Риги, Киева, Пскова, Франкфурта-на-Майне, Киля.